С 6 октября в Воронеже начинают запускать систему отопления. По традиции, первыми тепло получат социальные учреждения – школы, садики, больницы. Параллельно оно и поступит в жилые дома. Давайте узнаем у воронежцев, что они думают по этому поводу. Рано. Почему рано? Рано. Еще жарковато. Жарковато, да, и не хочется лишние средства тратить на отопление, которое не нужно. Квадру не хочется кормить. Да. Да, потому что уже через день-два там ноль будет ночью. И днем 8, я думаю, да. Да не, еще тепло. Еще тепло, да? Ну, у нас тепло, а там, может, других холодно, я ж не знаю. Не сказать, что холодно, но моментами, да, например, утром или ночью стоит. По климату, ну, я думаю, что рано, да. Рановато. Хотя на следующей неделе будет холодно. Возможно, что пора. Мне кажется, рано. Тепло еще. Ну, пока еще тепло, да. Еще тепло, да. Я считаю, что чем меньше отопления, тем лучше. Вот эта сухая кожа. Да, поэтому чем позже включат и чем раньше отключат, для меня лучше, но в целом все равно. Так вы сибирячка, оказывается, в душе. Вообще нет. Скажите, ваш дом вообще готов к отопительному сезону? Предполагаю, что да, потому что очень много работ. Мы живем в новом ЖК, и очень много работ производилось уже вот в предыдущем месяце. Ну, мы не знаем, он новый дом, да, наверное, готов. Готов? Да. Нормально. Да? Я живу не в доме, я проживаю в ПВРе. Ну, вроде да, не знаю. Ему уже лет сколько, 10-то точно есть. Аварий никаких не было? Ну, вроде нет. Нет, у нас сейчас есть аварии в связи с тем, я как раз вот в этом доме живу, в связи с тем, что стройки постоянные вокруг, и там то электричество перерубят, то еще что-то такое, поэтому мы в целом так привыкли, но критичного ничего нет. Как вы считаете, этот сезон пройдет без аварий вот в некоторых районах? Считаю, что нет. То есть кто-то все-таки тепло не получит. Да, мне хочется, конечно, верить в чудеса, я такой человек, но есть опыт и есть видение, наблюдение, которое говорит об обратном. Ну, кто знает, как пойдет, бывает, что не ожидаешь, и вдруг авария отключают. Это трудно. Трудно сказать, да? Трудно сказать, но вероятнее всего будут. То есть кто-то останется без тепла? Вполне вероятно. Вряд ли. Навряд ли. У нас ни одного сезона не прошло без аварии. Есть, особенно в северном. Да, то есть кто-то останется без тепла. И без воды. И без воды. Да. Конечно, будут. А когда их не было, да. Это всегда там постоянно плитку сделают тротуарную, ковыряют, что-то исправляют. Это просто смириться, мне кажется. А если надо. По отопительному моменту? В смысле, что будет холодно и все замерзнут? Да. Есть обогреватели, есть одеяло, есть теплая одежда. На мой взгляд, легче справиться с холодом, чем с жарой.